сегодняшнем видео мы расскажем о идентичности армянского населения. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Армения по праву считается монотеистической Сираной. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. На сегодняшний день приблизительная численность населения Армении составляет около 3,5 миллионов человек. Зато армянская диаспора по всему миру насчитывает более 10 миллионов человек. Еще в годы геноцида многие армяне вынуждены были покинуть свою родину. Более 95% населения Армении – этнические армяне. Наиболее значительное меньшинство – азербайджанцы, курды-языиды, греки, ассирийцы, русские. В результате этнических конфликтов 1989 года по 1993 год почти все азербайджанцы покинули страну. Если говорить о том, что государство считается моноэтническим, если титульная нация составляет более 80% населения, то Армения... План, как говорится, перевыполнена. Данная причина присуща всем без исключения кавказским республикам. К примеру, в Азербайджане проживает более 91% азербайджанцев, в Грузии более 92% грузин. Учитывая то, что экономическое положение у закавказских стран примерно одинаковое, было бы странно полагать, что грузины массово станут переезжать в Армению. Если говорить о внешней миграции, то сложно себе представить поляка или румына, которые пожелают перебраться на ПМЖ не только в Армению, а в любую другую республику. Разница в менталитетах крайне велика, и далеко не каждый европеец может к этому привыкнуть, даже с годами. Языковой барьер, письменность, религия. К примеру, Российская империя, наследницей которой является Российская Федерация, огнем и мечом расширяла свои территории, тем самым добавляя в свой состав новые народы. Если бы не завоеванные амбиции царей, такие национальности, как Северные осетины, ингуши, да и те же армяне никогда бы не были гражданами одной страны. Армяне до вступления в состав Российской империи вели исключительно оборонительную политику, отбивая нападки агрессоров. После присоединения к России о военных амбициях и, следовательно, о новых территориях можно было забыть. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.